Всем привет! На связи Монт Мотовектор, и сегодня мы вам расскажем про воздушку, трехсотку, четырехклапанную, мощностью 27 лошадиных сил. Вы, наверное, догадываетесь, о каком байке я говорю. Мотоцикл BSE Z11, воздушка, 300-кубовая, четырехклапанная, мощностью 27 лошадиных сил и 25 ньютон-метров крутящего момента. Двигло бодрое, мощности много, в принципе. Ну, 4 клапана едут, и самое главное, звучат очень хорошо 4 клапана. Но всю эту систему еще надо чем-то запитать, поэтому компания BSE на этот мотоцикл поставила карбюратор Nibi PVK-34. По рулевому управлению все довольно просто. Кнопка Двиг Старт, кнопка Двиг Стоп, откидные рычаги, не ломаечки, 360, сцепление с быстрой регулировкой легкого выжима. Тормозная ручка тоже самое, видите, не ломаечка. Также тормозная система установлена в Mojo Racing. Защита рук сразу с завода установлена, то есть докупать, устанавливать все это дело не нужно. Руль переменного сечения 22-28. И вот такая вот мягонькая подушка вместо встречи лица и руля. У этого мотоцикла установлена цифровая приборная панель. В принципе, штука хорошая для новичков. Смотреть, на какой передаче вы едете, и чтобы вам было проще ловить нейтраль. Но рекомендуем поставить моточасы. Не убирать приборку, а поставить в доп моточасы куда-нибудь, чтобы, ну, потому что приборка не всегда считает пробег. Основная фишка этого мотоцикла, что даже если вы будете дубасить в самых лютых условиях и разрядите свой телефон или GoPro, здесь стоит USB-розетка, можно спокойно поставить на зарядку и дубасить дальше, не переживать, что ваши девайсы разрядятся. Длина колесной базы этого байка 1460 мм, клиренс 290 мм и высота по седлу 950. Уверенно будет вести вас везде. Абсолютно преодолевать даже самые лютейшие препятствия. И на прямиках, на длинных подъемах, затяжных, будет вести себя стабильно. Сзади у этого мотоцикла есть топ-сигнал, а спереди установлена светодиодная оптика. Колесная форма у этого мотоцикла 21-18. Передний баллон у нас идет 80/121. Шаг у шашки довольно широкий, то есть, ну, резина не замыливается банально, ведет себя стабильно, держит. Задний каточек, как уже было сказано, 18-й. Баллон здесь стоит хороший, 120 на 90, 18. Широкая резина, травимся до 0,5, и держак будет лютейший. Шашечка, опять же, между шашечкой шаг широкий, шашка высокая, относительно мягонькая, то есть держать будет. Самое главное, если вы хотите купить этот люто валящий байк, который при открывании ручки газа чуть ли не скидывает вас с сиденья, который довезет вас до всех самых хардкорных гонок в нашей стране и не только, вы можете приехать к нам в салон в город Уфа. Мы являемся официальными дилерами компании BSE. Можете посмотреть как и этот люто валящий байк, так и любые другие байки фирмы BSE.